Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие родители юных знатоков православной культуры, отрадно, что отныне и вы стали участниками конкурса «Зерно истины». Пусть ваш пример станет назидательным для нашего подрастающего поколения. И сами вы получите пользу для своих душ, ибо кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Бог вам в помощь. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня на нашем телеконкурсе знатоков православной культуры «Зерно истины» мы познакомимся с командой Владимира Костенко, родительская лига. Все они живут и трудятся в городе Саки, Исаакском районе. Анна Викторовна Годко, учитель. Ольга Михайловна Сергиенко, мама четырех детей и бабушка четырех внуков. Нина Евгеньевна Ермоленко, экскурсовод. Татьяна Викторовна Костенко, бухгалтер и мама троих детей. Александр Владимирович Костенко, студент Севастопольского госуниверситета, отец маленькой дочери и по совместительству сын Татьяны Викторовны. Анжелика Николаевна Зинченко, библиотекарь. Ну а сейчас я представляю капитана команды Владимира Анатольевича Костенко. Он поет на клиросе, в свободное время очень любит играть с детьми в футбол. Вот такая, уважаемые телезрители, команда будет отвечать сегодня на 7 ваших вопросов. Напомню еще раз, что это команда родителей юных знатоков православной культуры. Счет 0-0, и первый вопрос для своей команды выберет Анна Викторовна Годко. Анна Викторовна – учитель начальных классов Сакской гимназии номер 1. Она – мама троих детей. В 2009 году в составе Сакской команды школьников стала финалисткой первого республиканского конкурса знатоков православной культуры. Тогда он назывался «Что, где, когда». Ну а сегодня Анна Викторовна, уже перейдя через студенческую лигу, вошла в лигу родителей знатоков православной культуры. Анна Викторовна, какой вопрос вы выбрали для своей команды? Вопрос номер 9. Анна Викторовна, скажите, пожалуйста, откройте такую тайну, какой ваш любимый праздник? Рождество. Рождество Христово или Рождество Пресвятой Богородицы? Рождество Христово. Так. Ну что же, встречаем загадочный ларец. Итак, праздничный, воскресный, полиелейный, простодневный, будничный, пятый или малый. Назовите их всех одним словом. Что это? Время. Так, праздничный. Воскресный, праздничный, воскресный, полиелейный, будний, пятый, не малый. Малый. Ну, праздники. На пятый день. На пятый день. Воскресный, что день? Что это может? Быть? Назовите их всех одним именем. Календарь. Это лежит в ларце. То есть это может будничный. Быть. Календарь на праздничных. Да. Наверное. Календарь. Подождите, пятый будничный. А малый тогда что? А пятый это что? Не зря был задан. Малый календарь, малый. Какой любимый праздник? Скорее всего, там какой-то что-то связано с календарем. Воскресный календарь. А еще что? Церковный. Церковный календарь богослужебных указаний может. Ну, а еще что? Может быть. Дальше давайте еще сохраним. Кроме календаря, малый, что еще? Помимо календарь календаря, малый. Давайте еще. Ну, может быть, там основные только праздники, может быть, да, как-то. Круг. Богослужеб... Может быть, круг. Может, так, может быть, служебные указания. Вот. Круг. Что? Одно слово. Круг. А можно еще? Нет, надо услышать в ларце. Что, календарь словно. Итак, уважаемый капитан команды, перед тем, как я дам небольшую подсказку для ответа на этот вопрос, мне все-таки хотелось, чтобы вы определили отвечающего. Анжелика будет отвечать. Тогда я прошу только Анжелику отвечать. Хорошо? Никакого обсуждения. Анжелика Николаевна, дело в том, что этот предмет особым необычным образом сейчас находится не в загадочном ларце, а находится в студии. Больше я ничего не скажу.
Итак, Анжелика Николаевна, праздничные, воскресные, полиелейные, простодневные, будничные, пятые или малые, что это все? Назовите одним словом. Может быть, богослужебный круг. Богослужебный круг. Каким образом, вы думаете, он находится в студии? Ну, мы сидим по кругу, может быть, так как-то. Но вы не за богослужебным кругом сидите, а за круглым конкурсным столом. Я тогда прошу подойти распорядителя зала и указать на правильный ответ. Итак, дорогие знатоки, это колокол. Праздничный, воскресный, полилейный, простодневный, будничный, пятый или малый. Большие колокола храма или монастыря. К сожалению, вам не удалось дать правильный ответ, поэтому телезрители заработали свой первый балл. Давайте их поздравим с этим. Счет становится 1-0 в их пользу. И второе задание выберет сейчас для своей команды мама четверых детей и бабушка четверых внуков. Ольга Михайловна Сергиенко. Все дети Ольги Михайловны в разное время были участниками нашего конкурса «Зерно истины». Поэтому не мудрено, что их мама тоже вслед за своими детьми приняла участие в нашем телевизионном проекте. А еще Ольга Михайловна очень любит читать. Ольга Михайловна, а какую литературу больше всего вы любите читать? Как бы разно. Мне в данный момент очень нравится Вознесенская, все книги. Юлия Вознесенская. Юлия Вознесенская, да? Да. А самая любимая ваша книга этого автора какая? Ну вот, две, можно сказать. «Мои посмертные приключения» и «100 дней до потопа». Да, очень интересные. Вопрос номер 2. Это вопрос от Александра Волчева. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Меня зовут Александр Волчев. Мой вопрос. Святой Феофан Затворник так говорил о нем. Один Бог да одна душа. Вот и он. С греческого языка в буквальном переводе он – это один. Кто он? Итак, уважаемые знатоки, я надеюсь, вопрос понятен. Тогда минута на размышление. Один Бог, одна душа. В переводе он один. Монах? Нет, не может быть. Что еще? Феофан Затворник. Феофан Затворник. Один Бог, одна... Один Бог, одна душа. В переводе он один. Ну, монах. А кто еще? Затворник, тем более. Так, досрочно берем? Да, давайте берем. Досрочный ответ, уважаемый. Да. Еще есть такая возможность. 20 секунд не прошло. Так, будет отвечать Татьяна Костенко. А вопрос можно повторить? Святой Феофан Затворник так говорил о нем. Один Бог, да одна душа. Вот и он. В буквальном переводе с греческого «он один». Кто он? Это монах. Внимание на экран. Это был телевопрос. Внимание, правильный ответ. Монах. 1-1 счет. И третий вопрос для своей команды выберет Нина Евгеньевна Ермоленко. Вопрос номер 7. Встречаем выносной вопрос. Картина Рембрандта Харменса ван Рейна. Нина Евгеньевна, вы выбирали сейчас вопрос. А признайтесь, пожалуйста, в школе вы когда-нибудь гневили учителей своих? Что делали? Гневили. Гневили ли учителей своих? Я думаю, да. Ну и что в таких случаях они вам говорили, когда вы на уроке что-нибудь неподобающее сделали? Разные вещи. Ай-яй-яй. Ну, это еще не самое страшное. Да. Итак, внимание. Вам сейчас нужно будет сказать, как называется эта картина Рембрандта Харменса ван Рейна. Эту реплику, потому что название ее это буквально можно воспринимать как реплику, можно услышать в школе и от разгневанного учителя в адрес ученика, но в контексте этой картины, сюжета этой картины, она, то есть эта реплика, знаменует чудо. Всего лишь два слова. Призыв к действию с восклицательным знаком. Время. Господи, помилуй. Может быть, Лазарь, выйди вон? Нет, это не воскрешение. Или выйди вон, или... Да, похоже, что Лазарь четвертогеда. Выйди вон, что отвечает? Выйди вон. Выйди вон. Да, срочно. Отец Александр, у нас досрочный ответ. Принимается. Отвечать будет Сергиенко Ольга.
Можно повторить вопрос? Эту реплику можно услышать и в школе от разгневанного учителя в адрес ученика. Но в контексте этой картины она, то есть эта реплика, знаменует чудо. Всего лишь два слова. Это два слова «выйди вон». Картина называется «Гряди вон» или в переводе на русский язык «Иди вон». Вы дали абсолютно правильный ответ, поэтому счет становится 2-1. И я объявляю сейчас музыкальную паузу. Для вас поет Юлия Попова. Песня называется «Обелиск». Вы думаете, нет меня? Что я не с вами? Ты, мама, плачешь обо мне, а вы грустите. Вы говорите обо мне, звеня словами. А если и забыли вы, тогда простите. Да, это было все со мной, я помню, было. Тяжелой пулей разрывной меня сразило. Но на поверхности земной я здесь упрямо. Я только не хожу домой. Прости мне, мама. Нельзя с бессменного поста мне отлучиться. Поручена мне высота. Тебе прости, я буду вечно сниться. Плачет мать, обнимая гранит. Вот и свиделись, шепчет родной. С неба солнце июньское льется, и такая стоит тишина. Полдень, была я война.
Татьяна Викторовна Костенко выбирает задание для своих друзей. Татьяна Викторовна бухгалтер, мама троих детей, недавно стала бабушкой, с чем мы ее и поздравляем. Вопрос номер 6. Татьяна Викторовна, а вот если бы вы увидели надпись на заборе «Математика равно любовь», то что бы вы об этом подумали? О, это сложная формула. Наверное, не равно для меня. Понятно. Но вы же все-таки бухгалтер, поэтому вопрос, я скажу вам, будет немножко такой чуть-чуть бухгалтерский, а чуть-чуть математический, а чуть-чуть евангельский. Итак, внимание, давайте сделаем три действия. Итак, запишем первое действие. 1 + 1 + 1 равно сколько? 3. Совершенно верно. Второе действие пишем. 3 - 1 равно? 2. Великолепно. Третье действие. 1 + 2 равно? 3. И еще поставьте после троечки. Равно любовь. А теперь внимание. Через 1 минуту вам нужно будет сказать, какая известная евангельская притча о воспитании и не только зашифрована в этих математических действиях. Время 1 минута. Ну, мне кажется, смотрите. Семья, да? Мама, папа, ребенок, да. Трое. Так. Потом ребенок уходит из семьи, остается 2 родителей. Потом что происходит? 1 + 2, вот это вот любовь. Находит себе спутника. Спутника, евангельская, да. Евангельская, какая Евангельская. Евангельские какие притчи. Да. Станут одной плотью, нет. О блудном сыне. О блудном сыне. Ну это ушло, это вторая. Ну, отец, это вторая. Сына. Да, может, отец, это вторая. Сына. Потом один ушел, а потом опять пришел. Да? Отец и два сына. Давайте, давайте. Ну, а еще какие версии? Давайте еще, да. Что еще, какие притчи еще есть? О семье. О семье. О семье притчи, да? Воспитание. О воспитании детей в семье. Воспитание. О воспитании детей в семье. Еще что есть, да? Ну, я только о блудном сыне вспоминаю. Семейные притчи, по-моему. Из известных таких, наверное, больше нет. Больше и нет. Давайте говорить блудного сына. Или будем еще думать? Да нет, наверное, не будем. Ну, вы еще не придумали. Саня, отвечаешь, да? Давайте, сейчас ответим. Пока объясню. Так, время истекло. Владимир Анатольевич Костенко, капитан команды. Кто ответит? Ответит Александр Костенко. Но если можно, повторить вопрос, пожалуйста. Какая евангельская притча зашифрована в этих математических действиях? Я надеюсь, действия у вас записаны на листочке, поэтому я слушаю ответ. Ну, мы с командой считаем, что в этих трех действиях описана притча о блудном сыне. Вы могли бы пояснить это для тех телезрителей, да? Которые не изучали в школе основу православной культуры и забыли отдать туда своих детей? Итак, первое действие. 1 + 1 + 1. Это что? Равно 3. Отец и 2 сына. Да, жили-были отец и 2 сына. Да? Потом один сын решил забрать свое наследство и уйти в свободное плавание. Так. И остался отец и сын в итоге. Угу. Потом в третьем действии сын, грубо говоря, терпит неудачу в личной жизни, на чужбине. Ну, не только в личной жизни, вообще. В принципе, да. И возвращается обратно к своему отцу и брату. И снова их становится трое, и воцаряется любовь. Возвращается с раскаянием, я бы еще сказал. Да, 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 правда, да, все верно. Вернуться-то по-разному можно. Вот, и отец принимает своего сына, и вопрос, почему же отец принял своего сына, потому что он его любит. Поэтому и Господь принимает всех нас, независимо от того, кто мы, праведники или грешники, ибо любовь его безмерна и безгранична. Абсолютно правильный ответ, 3-1 в вашу пользу. И сейчас 5-е задание для своей команды выберет Александр Костенко. Александр – студент Севастопольского государственного университета, участвовал в региональных и международных конкурсах «Зерно истины». Вначале в составе команды школьников города Саки, сборной команды Крымской епархии, а затем и в составе студенческой лиги нашего конкурса. В настоящее время он уже перешел на ступеньку выше, в команду родителей, потому что растит маленькую дочь. Так, вопрос номер 5. Людмила Александровна Есельская из города Симферополя задает вам свой вопрос. Но вначале небольшой неприятный вопрос, Александр, если позволите.
Да, конечно. Как вас в детстве наказывали? Тут мама и папа рядом, поэтому можно говорить правду. Ну, в зависимости от степени тяжести моих поступков, проступков. Ну, самое легкое наказание, не будем говорить о самом тяжелом. Угол. Понятно. Кстати, об углах. А почему детей на Руси наказывая ставили в угол? Спрашивает вас Людмила Александровна Есельская. Время на обсуждение. Одна минута. Помолиться, да? В принципе, да. А во всех разве углах? Или ставили именно в этот угол? Реально ставили в красный угол, ставили, действительно. А что еще в углах? Ну да, для того, чтобы просто побыть наедине с самим собой, иметь возможность помолиться. Давайте еще какие версии. А больше никакой версии. Чтобы гречка далеко не рассыпалась. Чтобы гречка, да, хорошо. Из угла не высыпалась, да? Да. Версия, конечно, побыть с самим собой, то есть. Ну да, а он один и наедине с Богом, да, под иконами. Ну, вот так вот. Оль, да? Для осознания. А на свечки нападала рис. Ну что вы, все? А подождите, извините, время не закончилось. Обсуждайте. Ну так, музыка какая. Обсуждайте еще. А других версий нет. Скорее всего, да. Как заключение. Ставили красный угол. Это получается красный угол, да? Он назывался скорее всего, да, да, чтобы побыть наедине с самим собой, никуда не смотреть, больше ничего не видеть. Видеть только Бога и себя. Не отвлекаться, вот, да. Чтобы не развлекалась разум. Итак, время истекло для обсуждения. А значит, Владимир Анатольевич Костенко, капитан команды, сейчас нам скажет, кто ответит на этот вопрос. Ответит Сергеенко Ольга. Ставили, скорее всего, в красный угол, для того, чтобы ребенок мог побыть наедине с собой. В красном углу стояли иконы, чтобы ребенок мог побыть наедине с собой и с Богом. Ну, раскаяться и, ну, в общем, наверное, попросить прощения у Бога, а потом у родителей. Понятно. И выполнить пятую заповедь Божью, да? Да, почитание. Чти отца и матерь свою, благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Вот оказывается, дорогие телезрители, что обещает Господь человеку, который любит и почитает своих родителей. Благополучие в земной жизни и долголетие. А теперь зададим себе вопрос, неужели мы такие неразумные, когда нарушаем эту заповедь? Неужели мы желаем вреда себе и сокращения дней своих жизней? Ну, это так, небольшое размышление. А вообще об углах нужно вспомнить, что на Руси вообще означал угол. Каждый дом в старину был маленькой церковью, в которой имелся свой красный угол. Кстати, совсем не случайно большевики для того, чтобы все переиначить, в многоэтажных домах, я помню, делали красный уголок, в котором помещали там изваяния вождей и проводили всевозможные там идеологические свои мероприятия. Так вот, в каждой избе был красный угол. Его называли еще передний угол, святой угол, в котором находились иконы. Именно в этот красный угол родители ставили своих детей, чтобы они молились Богу за свои проступки в надежде, что Господь сможет вразумить непослушного ребенка. То есть не для того, чтобы его наказать, для того, чтобы он осознал свой проступок и в будущем сам делал выбор, потому что каждый раз за руку ребенка дергать не станешь, не сможешь. А вот понять, осознать и самому сделать выбор – это как раз то, чему нас учит православная культура. Счет становится 4-1 в вашу пользу. И я объявляю еще одну музыкальную перемену. «Рыба солнца» – так называется песня, которую исполнит София Блатецкая, художественный руководитель Юлия Миленина. Ромашки рисовали, чтоб смеялись, танцевали, песни пели, чтобы их чаще мама с папой обнимали. Ва-па-ра-па, а море словно небо. Ва-па-ра-па, без краешка, без донца. Ва-па-ра-па, а я закину небо. Ва-па-ра-па, поймаю рыбу солнце.
Как хочу я, чтобы мамы не старели, чтобы папы долго-долго улыбались, чтобы внуков посадили на колени на качелях, чтобы с внуками качались. Ва-па-ра-па, а море словно небо. Ва-па-ра-па, без краешка, без донца. Ва-па-ра-па, а я закину небо. Ва-па-ра-па, поймаю рыбу солнце. Хочу я, чтобы мир на всей планете, чтобы войны не гремели, не пугали, чтоб хватало нам любви, тепла и света, чтобы счастье, чтобы зла совсем не стало. Ва-па-ра-па, а море словно небо. Ва-па-ра-па, без краешка, без донца. Ва-па-ра-па, а я закину небо. Ва-па-ра-па, поймаю рыбу солнце. Рыбка золотая, выполни скорее все, что пожелаю. А море словно небо, без краешка, без донца. А я закину небо, поймаю рыбу солнце. Напоминаю, счет 4-1, и Анжелика Николаевна Зинченко выберет сейчас шестой вопрос для своей команды. Анжелика Николаевна работает библиотекарем в сельской школе, увлекается рукоделием, любит читать и слушать хорошую музыку. Кстати, Анжелика Николаевна, хорошая музыка – это какая? В последнее время больше духовная музыка, хотя люблю классическую и современную, кое-что тоже меня привлекает. Понятно. Вопрос номер 8. Иван Федоров, рассказывая о поисках денег на типографию во Львове, уверял, что повторял совершенное Христом действие по отношению, как сейчас бы сказали, к спонсорам и меценатам. Только в отличие от Христа он все необходимое носил с собой. Что же он пытался делать? Что за действие он совершал? Время. Повторял совершенное Христом действие, только в отличие от Христа, носил это с собой. Печатную машинку. На типографию. Да, книгу, может. Он деньги собирал на типографию. Он собирал деньги на типографию, да. Что делал Христос? Евангелие носил это с собой. Да, наверное, ходил и проповедовал. Просто Господь ходил и проповедовал, да. А он ходил, эту благую весть с собой Евангелие носил. Первая жена печатала. Да. Наверное, и он да, именно на нее собирал. То есть Христос проповедовал, да. А он носил Евангелие. Ну, носил Евангелие. Христос нес нам благую весть. Он лично нес. А Иван Федор носил это Евангелие в руках, чтобы показать, что он хочет. Что именно. То есть как Христос, он нес благую весть. Собирает средства, да? Как Таня Самолина. Да, правильно. То есть он собирал на печать Евангелие, да? Да. И конкретно его и представлял, да? С собой носил. Благое есть. Уже материальное, да? Владимир Анатольевич, кто будет отвечать? Отвечает Нина Ермоленко. Мы хотим сказать ту версию, которая была. Давайте. Вот. Христу приходилось проповедовать, то есть он нам нес благую весть. Вот. И он, для того, чтобы собрать деньги на типографию, напечатать эту благую весть, значит, Иван Федоров тоже представлял нам Евангелие. Проповедь, да? Да. Ну вот, а что самое книгу. Главное в проповеди? Я все-таки, знаете, такой вредный, наверное. Царство небесное. Что самое главное в проповеди Христа, что он хотел донести людям? Вот, наша жизнь вечная. К чему он нас хочет призвать, научить? Покаяться.
чтобы войти в Царство Небесное. У вас как бы обозначена такая Конвада. Задача, да, технологическая, если так позволительно сказать, таким высоким истинам. А вот что в жизни по отношению друг к другу, что мы должны являть? Любовь. Являть любовь. А еще что? И это же Христос являл. Прощение. Прощение. Значит, Страстную Седмицу, чин прощения. Нет. Все-таки нет. Видит Господь, я пытался. Да. Как и Христос апостолам, склоняясь до лица земли, омывал ноги их, то есть своих благодетелей будущих, слезами. То есть чин омовения ног. Это происходит в некоторых соборах во время Страстной Седмицы, в Страстной Четверг. А ответ, в общем-то, омывал ноги слезами. Ну, речь, конечно, идет иносказательно, потому что далеко не все понимали, насколько нужна типография, даже будучи верующими людьми. К сожалению, ответа правильного дать не удалось. Счет становится 4-2, пока еще в вашу пользу. И сейчас наступает время завершающего седьмого вопроса, выбирать который не придется, ибо это вопрос на заданную тему, который представит для вас команда родителей из города Ялты. Внимание на сценическую площадку. Любите ли вы путешествовать? Рассматривать достопримечательности посещаемых городов? В Великом Новгороде с 1862 года стоит памятник тысячелетия России. Среднюю часть памятника занимают 6 скульптурных групп. Они символизируют различные периоды истории русского государства. Каждая группа ориентирована на определенную часть света. Это имеет символический смысл и показывает роль каждого государя в укреплении определенных рубежей государства. Святой князь Дмитрий Донской. Я смотрю на Орду. Туда ушли покоренные монголы. Михаил Романов. Я смотрю на запад. Туда русские прогнали польских и шведских захватчиков. Иоанн III. Я смотрю на Москву, прежнюю столицу. Ведь когда устанавливался памятник, столицей был Петербург. Внимание, вопрос. Куда смотрят равноапостольный князь Владимир, Петр I и Рюрик? Уважаемые знатоки, у вас 1 минута на размышление. Время. Так, хорошо, с Петром понятно. Петр на запад, смотрите, кто-то как бы, вниз, да? Смотрит на землю, кто-то в небо смотрит. Но здесь из всех на поверхность. Названы. Нет, на небо смотрит покоренный кто-то, на кого он ногу поставил. Вон. Я не думаю, что это не на небо. Да, да, это монгол явно какой-то лежит. Да. Ну вот, да. С крестом. Он, и он с крестом, это полумесяц держит. С левой стороны, да? Покорил. Да. Ну, а остальные Юрик, рядом куда, с ним. Юрик куда может смотреть? Может, это образно смотрят они на запад? Ну да, на самом деле. А все они смотрят в будущее. Это непонятно. Они все думали о будущем России. Смотрите, они все смотрят в разные стороны, так. Да, получается, в разные стороны. Все периоды истории интересно. Подождите, значит, Орда, Польша, Москва, это три, остается Владимир. На Киев. Петр Первый тоже на запад. А Рюрик куда? В общем, Петр смотрит на Европу, на Владимир смотрит куда? На Византию, да? Рюрик, а Рюрик смотрит куда? На Европу, на Византию? На Русь. Сам уже пошел откуда? Ну что же, пора дать ответ на этот вопрос. Ответит Костенко Александр. Долго спорили, возможно, даже не пришли к общему решению, но все же я скажу, что Петр Первый смотрит на запад, так как он вектором его политики был запад. Владимир Великий смотрит на место, где было Константинополь, Византия, так как оттуда пошла вера христианская. А Рюрик смотрит на место, где была Киевская Русь, так как он правил в тех землях. Итак, еще раз с Рюриком чуть-чуть уточните. На Киевскую Русь, возможно, на Киев.
возможно, на Киев. Давайте узнаем у ялтинских знатоков, что же там было на самом деле. Правильный ответ. Князь Владимир. Я смотрю на Византию. Оттуда я принес христианство на Русь. Петр Первый. Я смотрю на созданную мною Петроград. А вот Рюрик... Он должен был бы смотреть на Новгород, куда его призвали княжить. Но в Новгороде-то и стоит памятник. Так что его взгляд устремлен на другой по значению древнерусский город. Город Киев. Поздравляю с правильным ответом. Ну что же, я бы, конечно, не совсем торопился поздравлять, потому что на Запад-то смотрел на этом памятнике Михаил Романов. Туда русские прогнали польских и шведских интервентов. Но учитывая все-таки местоположение, во-первых, не Петрограда, а Петербурга, западное, я все же засчитаю этот ответ знатоков православной культуры как правильный. Еще таким образом становится 5-2 в пользу знатоков команды Владимира Анатольевича Костенко. Ну, а сейчас, уважаемые знатоки, вам нужно будет... выбрать самые интересные, самые легкие, может быть, самые трудные, самый оригинальный вопрос. Не знаю, по каким критериям вы это будете делать. А пока вы производите свой выбор, я выйду к вам, чтобы назвать лучшего знатока сегодняшнего конкурса. Самый интересный, с математикой. Уважаемые знатоки, какой же вопрос запомнился вам сегодня больше всех? Мы считаем два вопроса. Один за оригинальность, другой как бы за сложность. И все-таки один. Один. Тогда об Иване Федорове. Об Иване Федорове. Спасибо. А совет старейшин сегодня стоял перед непростой задачей. Поскольку ваша команда, она состоит из достаточно опытных знатоков, которые принимали неоднократное участие в нашем конкурсе. И собрались здесь уже... не в первый раз, поэтому было интересно за всеми вами наблюдать, и было достаточно сложно не просто выделить. Но мы постарались все-таки, и хотим поздравить сегодня с дебютом в родительской команде нашего бывшего участника и школьной лиги, и студенческой, а теперь уже и родительской, юного родителя Александра Костенко. И вручить ему замечательный труд русского историка церковного Николая Тальберга «История русской церкви». А на этом, дорогие телезрители, все вопросы завершены. На большинство из них наши знатоки постарались дать правильные ответы. В любом случае, они старались... каждый из них обсуждать и будут с нетерпением ждать ваших новых заданий, которые вы можете прислать нам по адресу Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджимушкая 9/11, редакция конкурса «Зерно истины». А на нашем сайте, его адрес www.znataki.artox.ru, каждая команда сможет получить весь подготовительный материал для того, чтобы лучшим образом подготовиться, потренироваться и приехать на наш конкурс, а может быть даже и принять участие в его телевизионной версии. Ждем вас и ждем ваших писем. А на сегодня у нас все. Ангелы-хранители всем вам. До свидания, до новых встреч. Кстати, не забудьте на следующей неделе включить телевизор на нашем канале.